Арваңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектурганова маалымат берет. Брифингге түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР Ньюдуб каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөт социальное правительство МТРК ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектурганова сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Акыркы 24 сааттын ичинде 28 июль 2020 жылга карата республикалык лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 1091 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 329, Ошто 76, Чүй облусунда 84, Ош облусунда 85, Талас облусунда 48, Нарын облусунда 67, Ысык Көл облусунда 137, Жалабат облусунда 195, Баткен облусунда 70 бейтап айыгып чыгарылды. Дарыланып айыгып чыгарылгандардын жалпы саны 22296 бейтапты түздү. Жыйырма сегизинчи июль 2020 жылга карата республикада лабораториялык тастыкталган COVID-19 учурлардын саны 65 түздү, ал эми клиникалык эпидемиологиялык жаңы тастыкталган учурлардын саны 480 түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 7, Нарын облусунда катталган жок, Ысык Көл облусунда 1, Талас облусунда 4, Жалабат облусунда 18, Баткен облусунда 9, Ош облусунда 5 учур. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 жаңы учурлары Бишкек шаарында 130, Чүй облусунда 24, Ош шаарында 26, Нарын облусунда 33, Ысык Көл облусунда 82, Талас облусунда 26, Жалабат облусунда 83, Баткен облусунда 16, Ош облусунда 60 учурду түздү. Жалпылап айтканда 33841 жаңы учур катталган республика боюнча. Бүгүнкү күндө республикада 10227 бейтап стационардык дарыланууда. Алардын ичинен 4428 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5799 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Региондор боюнча Бишкек шаарында 4195 бейтап, Ош шаарында 611, Чүй облусунда 1263 бейтап, Ысык Көл облусунда 991, Ош облусунда 1210, Баткен облусунда 524, Жалабат облусунда 839, Талас облусунда 367, Нарын облусунда 227 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган COVID-19 диагнозунан 5 адам жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозунан 23 өлүм катталды. Жалпы 28 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 10, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 1, Баткен облусунда катталган жок, Жалабат облусунда 9, Талас облусунда 1, ал эми Нарын облусунда 2 учур катталды. COVID-19 илдети 27 июль 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында дагы катталды. Бир сутка ичинде жаңы катталган учурлардын саны 8 кишини түздү. Алардын ичинен Ош шаарынан 3, Ош облусунан 1, Жалабат облусунан 3, Талас облусунан 1.
Жалпы сынан республика бойынша коюу 19 диагноз менен медициналык кызматкерлер арасында 2691 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 8 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мында сырткары үй карантининен 34 медициналык кызматкер айыкты. Жалпысынан республика боюнча 1500 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Согласно статистической информации на 28 июля 2020 года по коронавирусной инфекции в Кыргызской республике за последние сутки из стационаров страны выздоровело и выписано с лабораторно подтвержденным и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 1091 пациент. Из них в городе Бишкек 329, в городе Ош 76, в Чуйской области 84, в Вожской области 85, в Таласской области 48, в Нарынской области 67, в Иссык-Кульской области 137, в Джалабадской области 195 и в Баткенской области 70 пациентов. На 28 июля 2020 года по республике зарегистрировано всего 545 новых случаев COVID-19. Из них лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 65. По регионам: в городе Бишкек 9, в Чуйской области 12, в городе Ош 7, в Нарынской области не зарегистрировано, в Иссык-Кульской области 1, в Таласской области 4, в Джалабадской области 18, в Баткенской области 9 и в Вожской области 5 случаев. Всего клинико-эпидемиологически подтвержденных новых случаев зарегистрировано 480. Из них в городе Бишкек 130, в Чуйской области 24, в городе Ош 26, в Нарынской области 33, в Иссык-Кульской области 82, в Таласской области 26, в Джалабадской области 83, в Баткенской области 16 и в Вожской области 60. За весь период зарегистрировано 33 841 случай. Из них лабораторно подтвержденных случаев всего 16 017 и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев 17 824. На стационарном лечении по республике всего находится 10 227 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 4 428 пациентов и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 5 799 пациентов. В разрезе регионов: в городе Бишкек 4195, в городе Ош 611, в Чуйской области 1263, в Иссык-Кульской области 991, в Вожской области 1210, в Баткенской области 524, в Джалабадской области 839, в Таласской области 367 и в Нарынской области 227 пациентов. К большому сожалению, за сутки от лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19 зарегистрировано 5 летальных случаев, и от клинико-эпидемиологически подтвержденного диагноза COVID-19 зарегистрировано 23 случая смерти. Из них в городе Бишкек 10, в городе Ош 1, в Чуйской области 2, в Иссык-Кульской области 2, в Вожской области 1, Баткенской области не зарегистрировано, Джалабадской области 9, Таласской области 1 и Нарынской области 2. Также среди общего числа новых случаев COVID-19 среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 8 новых случаев. Из них в городе Ош 3, в Вожской области 1, в Джалабадской области 3 и Таласской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2691 случай, из которых за сутки с выздоровлением выписано 8 медицинских работников из стационаров, и из домашней самоизоляции с выздоровлением выписано 34 медицинских работника.
Всего по республике выписано с выздоровлением 1520 медицинских работников. Также, пользуясь случаем, сегодня во время брифинга хотелось бы отметить, что в социальных сетях прошла информация о том, что руководителям организации здравоохранения вынесен запрет о приеме гуманитарной помощи со стороны международных организаций, бизнесменов и также волонтеров. И, конечно, пользуясь моментом, хотелось бы отметить, что со стороны Министерства здравоохранения никаких официальных указаний, официальных приказов о запрещении приема гуманитарной помощи со стороны международных организаций, со стороны населения, со стороны бизнесменов, от волонтеров не было издано. Таких указаний со стороны Министерства здравоохранения не направлялись ни в один регион страны. И, конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем волонтерам, международным организациям, бизнесменам, предпринимателям и просто простым людям, которые с самого начала эпидемии в трудные для минуты страны оказывали быструю, необходимую помощь всем нашим клиникам, врачам, системе здравоохранения для того, чтобы мы все общими усилиями смогли победить и провести необходимые мероприятия для спасения жизни наших людей от коронавирусной инфекции. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану. Вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской республики Ахматова Айнура Бектургановна. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатау-24, Пирамида, Пятый канал через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.